Всем привет, друзья! Ну что, посмотрим колоночку МД-166, которая новиночка от Мива. Так, был у нас предварительный обзорчик, да, на данную модельку. Я так пока визуально посмотрели на них, да, сейчас есть время. Давайте посмотрим по факту, что и как, и что это такое, друзья. Так, многие сейчас тут и товарищи, да, рассказывают, что вот она похожа на Хопстар. Нет, это Хопстар похож на нее. Вы не путайте, это две большие разницы. Почему объясняю? Потому что, во-первых, качество совершенно другое. И с Хопстаром, друзья, с данными моделями, там Хопстар Помпатибокса называется 130, друзья. Здесь Мива называется модель МД-166. Здесь 120 ватт, как заявляет производитель. Батарейка 22 тысячи мАч. Так, давайте сейчас по характеристикам немножко покажу. Сейчас мы по панели разберемся. Так, если быть точнее, друзья, вот инструкция, все на русском. Мива, как всегда, друзья, самое главное, дается гарантия официально. То есть мы являемся официальным дилером данного продукта, поэтому приобретаем у нас. Также у нас под данным роликом будут ссылки наших партнеров. Там Авито магазин и еще наш партнер, можно заказать у них. Все будет закреплено под данным роликом в комментариях. В комментариях, пожалуйста, не пишите цена. Потому что слушайте внимательно, что говорят. Потому что сейчас почему я объявляю в начале ролика, чтобы люди понимали, да, то есть, что цены писать, цены могут меняться. Вот. И также наш телеграм-канал, подписывайтесь, там скидки, акции, распродажи, оценки. На телеграм-канале тоже переходите, подписывайтесь. И наш сайт muzon.ru, там практически весь ассортимент. То, чего нету, есть в телеграм-канале. Либо просто там чат нажимайте, чат WhatsApp, нажимайте, проваливайтесь, да, и там вам менеджер ответит. Что и как, что к чему, как заказать, как отправить, как оформить, друзья. И что касается по гарантии, друзья, приобретая у нас, получайте официальную гарантию, друзья. На Хопстар таких гарантий, друзья, нет. Вы не путайте. У нас нет представительства на территории Российской Федерации на Хопстар. Соответственно, вам гарантию только может дать продавец. Как правило, продавцы у нас все такие, как бы на сегодняшний день, что до свидания, скажет. А потом можете с ним там разбираться, как хотите. Тоже дело пятое, если кому это нужно. Чтоб не было этих всех нюансов и тонкостей, да, то есть, пожалуйста, приобретайте, сгорайте, все как положено. Все контакты будут указаны под данным роликом в комментариях, закрепленные, друзья. Итак, друзья, все по-нашему написано, все по-русски. Вот такая вот инструкция, все просто. Так, друзья, от Powerbank задавали вопрос уже, да, мне, да, можно от Powerbank использовать, так. Поддержка быстрой зарядки, мощность 20 ватт, друзья. Ну, то есть, берете Powerbank, который помощнее, да и полетел. Все. И погнал. То есть, от Powerbank, если она у вас села, можете ее использовать. Так, что тут еще по ней? Ну, все понятно. Все тут, я имею в виду, по всем расписано, все разжевано, да. То есть, все возможные форматы принимает, как вы видите, да, то есть, я думаю, не нужно тоже больше показывать. В принципе, оно все как у всех, практически принимается все. По комплектации, друзья, сейчас вам покажу. Так. По комплектации у нас идут два микрофона вот таких, цифровых, да, потом мы запустим, проверим, вот идет в комплекте синий-оранжевый. Это, друзья, крышечка, когда снимается снизу, чтобы ставить у нас штатив. Так, ремешок такой идет в комплекте. Достаточно добротный, плотный. Карабины металлические, не пластиковые. Хороший зацеп. В комплекте также идет, вилки нету в комплекте. Идет шнур Type-C на USB. И, соответственно, вход здесь Type-C, выход на вилку USB. И также идет в комплекте еще AUX. Достаточно длинный провод, друзья. Вот такая комплектация у нее. Что по внешнему виду? То есть вот эти штуки, друзья, выкручиваются. Только нужно крутить в другую сторону стрелки. То есть это закрутить. А можно выкрутить, то есть крутите в обратную сторону, против стрелки, и все. То есть сюда можно вставлять микрофон. Вот так они вставляются. Да, ну чисто подставочка такая. Имейте в виду. Но если, друзья, использовать на максимальную громкость, да, и будет басить иногда, я лучше советую микрофоны доставать, по той простой причине, он там будет дергаться, будет вибрация, звук будет потом непонятный. Так, друзья, в комплекте штативы не идут, сразу покажу, что сказали, это со штативом. Друзья, штативы продаются отдельно, вот такая у них коробка, в комплекте штативы не идут, штативы продаются отдельно. Если вы хотите купить
у нас, допустим, одна колоночка, допустим, без штатива, без комплектации, цена будет одна. Если хотите купить с штативом, треногой, подставкой, если идете комплектом, да, цена будет со скидкой, цена будет очень хорошая. То есть вот так вот так выглядит. Все фиксируется, все поднимается, все, в принципе, все. Металл здесь обычный черный, не алюминий. Металл, пластик, все. В принципе, для такого формата, для таких колонок достаточно высоко поднимается. Ну, хватает, в принципе, если для, использовать для такой акустики, такого формата, весом там до 10 килограмм. Так что, друзья, как-то так все. Все круто, все хорошо. Друзья, по дизайну запаха нет. Все хорошо. Расположение кнопок такое интересное, все... так скрыто, все, ну, короче, все так плавненько, все аккуратно. Мило, как всегда, радует, друзья. Пассивки такие мощные у него, да, то есть все видели, то есть, как включали, как оно все пассивит. Ну что, давайте сейчас их запустим, каждый, соединим пути веса и посмотрим дальше, как оно будет двигаться. Так, кнопочка запуска. Так, друзья, кнопка запуска, кнопка ТВС. Три режима эквалайзера. Вот очень удобно сделано, потому что видно, на каком режиме играет. Потому что, вот, допустим, на тех же моделях, которых все как кричат Hopstar, там все такое, вот, кнопка Bass Boost, да, непонятно, что играет. То есть и лови потом. Тут вы четко знаете, какой вам режим включить эквалайзер. Это очень хорошо. Также подсветка регулируется. Также, друзья, у нас кнопочка как Play Pause, я понимаю, она является кнопочкой Mode. Если я правильно разобрался, ну, в принципе, там подключайте, там просто разберетесь. Так, сзади у нас, давайте посмотрим сзади. То есть здесь пластик такой матовый, как-то все не глянцевый, не блестящее. То есть, ну, круто, то есть смотрится очень хорошо. Маркировочка ихняя. Сейчас давайте мы откроем, посмотрим. Так, сзади мы видим кнопку Reset, кнопка сброс, AUX. Также, друзья, хотел сказать AUX, нет, кнопка Reset, это есть кнопочка сброс, то есть в AUX уже тыкать ничего не надо, потому что, может, люди, знаете, по старой схеме много роликов смотрят у нас на канале, да, я все время говорю, если зависла колонка, то тыкайте, тут ничего тыкать уже не надо, вот есть кнопочка Reset, если что, зависла, то есть может зависнуть от чего угодно, мало ли, да, или же большого объема вставляется флешка, или с файлами какими-то, да, что она может глюкануть, поэтому сбрасывается удержанием на эту кнопку. ТФ-карта, USB и вход зарядки USB, друзья. Ой, Type-C. Ну, в принципе, все. Давайте мы сейчас все снимем. Вот так оно все выглядит. Под эту подставку. И закрывается вот этот вот ключ. Чтоб не было там этого отверстия. Так что, друзья, такие вот крутые колоночки. Сейчас мы их запустим. Попробуем по ТВС подключить. И немножко покачать. Так, самое главное, видите, нужно вот не передержать. Вот я уже встал. Вот видите, да, то есть бывает, когда сильно передерживаешь, допустим, кнопку запуска, она снова отключается. То есть там, ну, секунды, там, 2-2.5 до 3 раз запускается. И также тем же макаром отключается. Так, давайте сейчас подключим мозг, продолжим. Ну что, друзья, идем дальше. Подключили по ТВС, работает. Прям четко, еще музыка-то с таким басом интересно. We'll be right back.
дальше отходишь, тем интересный звук. Бодрячка какого-то. Друзья, звук не на всю, потому что звук очень громко. Прям сильно. Несмотря на то, что стоит на треноге, на штативе, да, вибрация по полу такая прям очень сильная. Не знаю, что они там придумывают, да, но колоночка-то там фиг да нифига размером, но ну, такой мощный бас, вот из вот этих вот пассивок она очень красиво смотрится просто, ну прям, ну балдеешь просто, да, не так как вот оно играет, а так как вот за вот этих пассивок. Так, давай сейчас что-нибудь еще, какую-то пару треков посмотрим. Интересно, а что играешь? Вибрация прям аж по полу идет. Так, сейчас еще пару.
так работает замечательно. Так, переход такой очень прикольно прозвучал. Сейчас еще хотел один трек включить. Именно четкий под стерео. Сейчас отключу, посмотрим, как оно будет. Вообще, по сети работает все. Чтобы поняли, для чего я прям тулю прям телефон, чтобы услышали, есть ли вибрация или нет. Потому что включали тот же Hopstar, вот этот гремит тут прям ужасно, вот эта резинка. Есть вибрации, нет, слышно, как трещат. Нет вот этого вибрации, вот этого треска. Вот, а в Hopstar, как мы сравнивали именно данную модель, которая внешне похожа, вот там вот этот вот вибрация есть, вот это, да, здесь я ее не слышу. Почему я это делаю, как бы, да, с каждого трека, думаю, все-таки подношу, чтобы вы слышали, да, чтобы по факту слышали, а не так, что я вам тут сейчас расскажу, понимаете? Вот в чем разница, друзья, качество немножко поинтереснее. Может, звук будет и такой, да, по громкости, там, по басу, да, но качество сборки и все-таки гарантия, и нет вот этого шума, пассивок, вот этого треска. Даже на минимальной громкости, да, такой бас. Вообще, громкость минимальная, да, и бас такой тяжеленький стоит, несмотря на то, что она даже висит в воздухе, потому что, друзья, когда даже любую колонку ставишь на пол, да, бас совсем друг какой-то мощнее кажется, когда ее немножко вверх приподнимаешь, где-то на воздухе, не такой бас. Здесь все ровно без разницы, что так, вот на басе четко. Так, сейчас, друзья, найдем этот трек. Вот хотел послушать именно как будет вот именно сейчас. Именно стерео как работает. Сейчас я найду, как-то называется, по-моему, 4D или как что, хрен поймешь. Если у меня есть, конечно. Он таки называется стерео. Сейчас, друзья, поищу и продолжим. Так, ну что, нашел этот музон. Короче, у меня тут все гремит.
рюмку перелил, то есть вообще прям шикарно, прям шикарно. Ну, опять же, видите, мне кажется, когда побольше помещения в правильных углах расставить, то есть да, здесь как бы, потому что вчера была мне тут, ну, короче, немножко тут коробок накидалось, вот, поэтому... Друзья, как показал, как есть. Но я не знаю, как, насколько это будет слышать, потому что снимается на телефон. Телефон достаточно хороший, как бы, поэтому не знаю, как будет слышно вам, но звук обалденный, я вам хочу так сказать. То есть, вот, если даже вот хотите немножко там сэкономить, допустим, ну, что-нибудь там взять там недорогое, допустим, да, и поставить себе какую-то пару, то есть, ну, прикольно будет. На штатив там чисто. Интересно просто. Звук такой приятный и достаточно мощный. Я же говорю. Прикольно вообще. Ну, все равно, вот, друзья, откровенно, да, я буду говорить так, как есть. Смотря какой трек, когда бывает слишком басит, регулируйте, да, потому что все-таки они ж ходят, да, и звук все-таки даже не то, что здесь что-то болтается, да, это звук как бы вибрации, да, вот за счет этих вот ушей таких, да, просто не воздух гоняет, аж воздух такой свистит, понимаете? Поэтому где-то, если даже, потому что человек же покупал, он там потом прислал мне этот трек, говорит, можно мне его заснять, включить, как она будет играть. Я говорю, ну поймите, вы услышите, но если наушники такая, у меня там система, у меня там то, ладно, хорошо. То есть он мне скинул ссылку там этого трека, да, конкретно данную модель он покупал, это чисто для него, он заказал, говорю, хорошо. То есть я ему это воткнул, там, сделал там ролик буквально там, не знаю, там 30 секунд, да, он рубил ту песню, говорю, да, говорит, отлично, говорит, пойдет. Ну, он говорит, ну, вот этот, говорит, ветер, он мне как рассказывает, вот эта штука гоняет. Говорит, слушайте, ну, я там не такой сильный знаток такой, таких аудиосистем, да. Я говорю, показываю как простыми глазами, да, себе простого покупателя, да, то есть, как обычного человека. То есть, поэтому, что сказать по звуку? Сказал, бас присутствует. То есть, слушать музыку здесь можно, в принципе, разнообразно. Звук достойный, вот просто в любом формате. Да, может, нет того идеала чистоты какого-то, да, то есть, друзья, ну, все-таки, как-никак, то есть, в таком корпусе запихнуть туда хороший, там, идеальный звук, друзья, не получится. Хотите что-нибудь такое, басистую мощную колонку на лето, сезон начинается весенний, летний, да, друзья, крутяк вообще. Единственное, что хочу покачать по времени, не знаю, потому что сразу говорю, хоп-стары любые держат там до 4 часов, все, любая там, А60, А50, А6, там, опять же, с какой громкостью, 4 часа вот они все работают, я не знаю почему. И также работают путибоксы, которые сейчас закончились, буквально завтра будет поступление, которые не такого формата, который кругленький такой. То есть тех патибоксов, вот, все, что за все время, мне только он понравился с Хопстара. Я имею в виду, ну, поменьше тоже колонки хорошие, вот А40 хороший колончик. Вот, кстати, тоже у нас имеется наличие. Вот этот патибокс. Та, которая формата вот это такого же, да, как Хопстар, мне она не зашла. Почему-то, ну, качество немножко не то. Если выбирать между Мива, конечно же Мива, да, плюс тут гарантия, друзья. И батарейка здесь все-таки понадежнее, потому что там заряжается батарейка там, ну не знаю, там пару часов, может там до 3 часов, все, даже меньше, по 3 часов, меньше гораздо. И играет она как-то, не знаю, ну 4 часа и все. И то это не на всю громкость. Здесь посмотрим, здесь достаточно, у меня бывает день стоит, она как бы там в фоне работает, там процентов, может там на 40, там, да, то есть ну, на 30, на 40, все, она проиграла весь день. Но нужно будет просто покачать, просто она бывает отключалась, бывает включалась, все, поэтому сделаю полный обзор по данной модели, фон не включу, пускай она поиграет. И там же сделал выводы, друзья, вот такой был ролик, может длинный, потому что я сам их не включал, не качал, поэтому пришлось вот в процессе, как бы, да, и запустить такой, послушать несколько треков, понять для себя. Друзья, все зачетно, все супер, пожалуйста, покупайте у нас, также обращайтесь по консультации.
То есть, соответственно, если приобрели у нас, по поводу штатива, напомню, что штативы в комплекте не идут. То есть, если будете покупать комплект, там, да, сделаем скидку. Если хотите по отдельности, пожалуйста, будут по отдельности. Все, все контакты будут указаны под данным роликом, закреплены в комментариях. Ссылка там, просто нажимаете WhatsApp, сразу же провалитесь, не надо номер сохранять. Провалите сразу же в чат, вам там ответят. Звонить не надо. Не можете писать, отправляйте голосовые, тоже принимаются. Соответственно, наш телеграм-канал, друзья. Подписывайтесь, скидки, акции, распродажи, цены могут меняться, все это в телеграме. На сайте muzon.ru цены могут стоять, да, а вот на телеграме что-то, допустим, много пришло, оценка, где-то что-то как-то там, да, то есть все, распродажи, оценки там, все, все там, все слышно, телеграм-канал. Ну и также можно заказать наш партнер в Авито-магазин и еще ссылочка на еще один магазин, друзья. Так что спасибо всем за внимание. Mio MD 166, 120 ватт, отделяет производитель, мощная колоночка, два микрофона Karaoke. Сейчас мы микрофоны проверять не будем, там их нужно будет, как попросили, эхо убрать, все такое. То есть, друзья, просто ролики так длинные, это будет, друзья, в следующем обзоре по поводу микрофонов, как они работают. Друзья, спасибо за внимание, всем добра, до свидания.